Лондон, стадион Уэмбли, 19 апреля 1970 года. 4 года назад на этом поле лучшие футболисты мира боролись за золотую богиню. Сегодня путь к ней лежит через 25 стран Европы, Центральной и Южной Америки. Путь длиною в 26 тысяч километров. Авторалли Лондон-Мехико. Знаменитые асы дорог спешат на открытие чемпионата мира по футболу. Супермарафон начинают 96 экипажей. Команды Ford Escort, Citroën, Triumph, Austin Maxi. Команда Советского Союза «Автоэкспорт» на 5 москвичах 412, с успехом выступавшие в авторалли Лондон-Сидней в 1968 году, и многие другие. Первые километры по дорогам Англии напоминают загородную прогулку. Контрольные пункты кажутся простой формальностью. Дувр. Попутный ветер приближает берега Франции. Их еще очень много, полных решимости бороться за победу. И каждый верит в свою удачу. А удача сопутствует сильнейшим, и не только гонщикам, но и машинам. Сколько стран, столько дорог и столько же сюрпризов. В горах Югославии ночь и туман выбивают из гонки 15 экипажей. Все советские машины в числе первых 50 пересекают границу Италии. Болельщики футбола обычно коллекционируют майки футболистов или мячи. Что касается итальянских автоболельщиков, то они предпочитают более тяжелые сувениры. Ничего не поделаешь, придется путешествовать инкогнито. Короткий, как мгновение, отдых в Монце, и снова в путь. Бросок из Италии к промежуточному финишу в Лиссабоне. Спидометры отсчитывают 8000 километров. Команда «Автоэкспорт» в хорошем настроении. Груз штрафных очков невелик. 71 экипаж из 96 приближается к берегу Атлантического океана. А это уже Южная Америка, Бразилия. Первые знакомства.
Здесь уже хорошо знают москвичи 412. Рио-де-Жанейро – красивый, живописный город. Но это уже не Европа. Скоро машины вступят в пампу Бразилии и Аргентины. Дороги закутаются в пыль и грязь, встретят гонщиков слепыми поворотами. График ралли не дает возможности как следует отдохнуть. Боливия, Ла-Пас. Высота более 4000 метров. Дорога порвала гарантии у 36 машин. Усталость и сложность трассы заставили совершить ошибки самых именитых. В Аргентине на 12-м скоростном участке Гран-Премио сошел с дистанции победитель авторалли Лондон-Сидней Эндрю Кован на триумфе. Напоминает стиральную доску. Мастерство и опыт водителей ведут поединок с коварной трассой. Одна за другой, как трассирующие пули, уходят машины в ночь. Колумбия. По условиям состязаний авторалли считаются законченными. Экипажи советских автомобилей «Москвич-412» могут передохнуть, а заодно и сфотографироваться с новыми друзьями. Отмечая успешные выступления команды автоэкспорта, лондонские газеты писали: «Москвичи демонстрируют образцы вполне современных и, что самое главное, весьма надежных машин». 23 машины из 96 въезжают в мексиканскую столицу. В командном зачете среди трех победителей команда автоэкспорта на автомобилях «Москвич-412». В своем классе они заняли второе, третье и четвертое места. Истинные автолюбители, мексиканцы, понимают толк в машинах. Москвичи завоевали их сердца. Открытие чемпионата мира не придется откладывать на другой срок. «Москвичи-412» пришли вовремя.
Удачи сопутствует сильнейшим, и не только гонщикам, но и машинам.